Добрый день! Это анонс очередного, уже 9-го видео из серии «Разговор с сыном. Как устроен мир», продолжающего серию роликов «Как дать основные понятия мироустройства нашим детям». Эти видео сделаны на базе знаний, которые оставил нам в своих книгах Николай Викторович Левашов. В этом коротком видео я постарался простым и доступным языком рассказать о нижнеастральном и верхнеастральном или полном теле сущности, что происходит с сущностью любого живого организма после смерти физического тела, куда уходит сущность человека и откуда она вновь воплощается в физическое тело, что произошло с сущностями вымерших существ на нашей планете, как живут и выживают сущности на других уровнях, что такое симбиоз, объединение сущности при развитии зародыша человека, что такое энергетический вампиризм и другие интересные и важные вопросы. Буду рад, если вам, вашим детям, знакомым, это видео поможет понять мироустройство и сформировать мировоззрение. А также благодарен за ваши комментарии, мысли, какие еще вопросы важно рассмотреть в первую очередь. На этом канале выкладываются в основном только ответы Николая Левашова на вопросы своих читателей, поэтому полное видео доступно на другом моем канале. Переходите по ссылке, она есть в описании и в первом закрепленном комментарии к этому ролику. Или кликайте на подсказку в правый верхний угол, если смотрите сейчас этот анонс на YouTube. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых интересных видео. Всем добра!